Открытие детской площадки – это всегда праздник для всех жителей двора. Очередной игровой комплекс открыли на улице Октябрьская в центральной части города. На площади 160 квадратных метров есть все необходимое для детей разного возраста. Качели, карусели, горки и даже спортивные сооружения для воркаута. А под ногами специальное прорезиненное и травмобезопасное покрытие, которым оснащены все современные площадки. Еще одним подарком для детей и родителей стала интерактивная программа. Мы очень рады открытию новой площадки. Дети очень любят гулять на новых площадках. И у них такой восторг. Вообще очень здорово, когда в городе есть много мест, где дети могут поиграть и погулять, и создаются условия для них. Мы очень довольны. Детская площадка была открыта в рамках комплексного благоустройства дворов, которое продолжается на территории Воскресенского района. Денис Цветков, Олег Красноухов. Новости Искровект.